том месте, где сходятся вместе реки Удаси, Ленга, и где теперь стоит наш город, была небольшая деревня. Жила в ней большая и дружная семья. И родился в ней сын, и назвали его Байкал. Рос мальчик добрым, послушным, любил животных и очень любил свою родину. Вырос он добрым, мужественным, самостоятельным и отважным. Однажды пришла весть, что на их землю идут враги. Спасти свой народ. И решился на отважный поступок — превратиться в озеро, чтобы враги не смогли переплыть его. Попрощался он со своими родными и пошел в священную долину. Обратился юноша к солнцу с просьбой: «Солнце, я должен спасти свой народ. Преврати меня, пожалуйста, в озеро». «Но ты никогда не сможешь стать снова человеком», — ответило солнце. «Но ради моего народа я готов на все!» Превратило солнце его в озеро. Испугались враги и ушли. Спас юноша свой народ. И с тех пор озеро Байкал радует всех своей красотой и величием.